будто бы это... Похуй, что происходит вокруг. Нужно сделать так, что он не становится невосприимчив для реальной ситуации, для реальной жизни. Он весь башкой уходит, как будто у него сон. В общем, флешбеки у нас какие? Первое, он вспоминает, что было на кухне. Да. Второе... Я вообще туда хотел тоже флешбек добавить сразу. То, что он психотерапевт на первой встрече. Потому что как бы в одном, то есть как да, бы... Да, да, да. От жены сразу к психологу, как бы... Не ухуел ли? И реально сидит у него. Ну, мы немножко там добавим, как и спецэффектов, то, что, знаешь, там, как это, изображение искажается, и он уже сидит у него. Это нормально. Ну, вы как считаете, это так пойдет? Подожди, да, еще раз флешбеки. Значит, жена психолог, потом убийство психолога. Какой еще флешбек у него? И все. Ну, хочешь сделать флешбек про то, как меня избивали, до того, как меня избивали, когда я был вообще никакой. Нет, это не флешбек. Это должно быть его как бы... Просто я не хотел это делать, это в реальное время вводить и отправлять. Я отправляю это флешбеком только потому, что у нас кадр начинается с его недоумения, что он вообще здесь делает. В подвале? Да. Если мы добавим, как его посадят и все такое? Если он по сценарию сразу как бы находится... Можно, знаешь, вот это был уже просто в каком-то фильме прием, я не знаю, вы хотите избегать клише или уже использованных приемов или нет. Как бы он начинает восстанавливать память по мере того, насколько он, насколько эта память дальше от текущих событий. То есть он очухивается...